Вторую неделю казахстанцы участвуют в экологической акции «Таза Казахстан». После первого этапа очистки территории граждане занялись уборкой объектов культурного наследия. Бережное отношение к своей земле, своему дому, местам отдыха и памятникам – залог сохранения чистоты окружающей среды, говорят участники акции. Период с 15 по 20 апреля республиканская экологическая акция «Таза Казахстан» проходит под названием «Киелі Мекен». Эти 5 дней посвящены уборке территорий памятников и монументов. Так, в поселке Глубокое в субботниках принимают активное участие представители исполнительной власти, жители, молодежь и общественные организации. На текущей неделе проходит у нас экологическая акция «Таза Казахстан», посвященная памятникам культуры и нашего наследия. Сегодня проходят работы на обелиске Великой Отечественной войны. Здесь принимают участие работники аппарата акима поселка Глубокое, общественные работники и соцзащита. Также есть ряд жителей, которые решили помочь по уборке территории. По словам представителей акимата поселка Глубокое, были очищены все территории, где находятся мемориалы и обелиски. Вот уже вторую неделю у нас проводятся субботники в рамках акции «Таза Казахстан». Данная акция – это отличное вовлечение людей в субботники. Получается, дворовые территории убрали. Сейчас наводим порядки на обелисках, памятниках. Достойный пример подрастающему поколению. Также призываем всех жителей поселка Глубокое, а также нашей страны для наведения порядка. Стоит отметить, что с начала акции в субботники приняли участие более 500 человек, высажено 200 саженцев. А также участники собрали и вывезли на полигон 10 тонн мусора. Мы очищаем территорию памятника ветеранам войны в поселке Глубокое. Цель этой экологической акции – сохранить наши исторические места и благоустройство нашего района. Я приглашаю всех наших молодых людей и наших жителей принять участие в акции. Экологическая акция «Таза Казахстан» – это уникальная возможность поучаствовать в общественной жизни и внести свой вклад в благоустройство и озеленение своего населенного пункта. Дильнас Мурзагалиева, Мирас Кумаргалиев, Жақсылық Серікбек, Алтай Ақпарат.